рассмотрели уже, написали, что рассмотрели три жалобы, все три. Но производство так по двум из них не открывалось вообще. Им был заявлен отвод, они посчитали, что это неправильно, что не нужно ничего открывать, достаточно одного, все остальное можно и не исследовать вопрос соответствия жалобы требованиям закона. Кроме того, они вообще не имели права сегодня выносить решение, поскольку производство по делу на прошлом заседании было остановлено. В таком случае закон предусматривает порядок восстановления рассмотрения. Никакого восстановления и определения поэтому не было. Первое понятно, знаем, 30 получили. 30. А вы сколько? Ганьба. Ганьба! Ганьба уродом! Ганьба! 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 Хай прийде у вас суд і пояснить, чи він в долі, чи він не в долі.